Начало 12-го в Кирове. Начинается программа «Дневной разворот». В студии Анна Лапшина и Светлана Занько. Всем добрый день. Наш сегодняшний первый час выходит в записи, потому что гости, которые сейчас находятся в нашей студии, были в Кирове накануне, а в этот момент, в четверг, они уже покинули наш город. Но, тем не менее, тема очень важная, поэтому мы сочли для себя возможным сделать эфир именно в записи, а не впрямую. Я представляю гостей нашей студии. Роман Джапаридзе, заместитель директора группы компании «Нефросовет Румет». Добрый день. Здравствуйте. И Дмитрий Бузник, юридический консультант группы компании «Нефросовет Румет». Здравствуйте. Здравствуйте. Последняя наша встреча состоялась в конце июня месяца. Эта программа есть на сайте hakirova.ru. В то время мы говорили с вами, это был день открытых дверей. Высокие гости, профессора приезжали сюда. И в то время мы с вами, встречаясь в этой студии, говорили о том, что в сентябре месяце откроется поликлиника в структуре многофункциональной клиники. Напомню, речь идет о клинике, которая находится в 5-м корпусе областной больницы, да, города Кирова, должна была открыться на первом этаже этого 5-го корпуса поликлиника, которая предоставляла бы кировчанам широкий спектр услуг. Напомните, пожалуйста, какие услуги планировалось оказывать с поликлиникой? Да, все верно. Немножко из предыстории для того, чтобы для наших слушателей и для вас обновить ту информацию, которая была здесь озвучена почти два месяца назад. Дело в том, что вот в 2015 году было подписано соглашение с Кировской областной клинической больницей. Я вас должна прервать все-таки, да. Роман. Давайте вы ответите на мой вопрос. Хорошо. Какие услуги поликлиника должна была оказывать? Значит, наш многопрофильный центр должен был оказывать услуги по эндокринологии, нефрологии, сердечно-сосудистой хирургии. Это поликлиника, как вы правильно сказали. То есть амбулаторно-поликлиническое звено. И, в принципе, данный многопрофильный центр, он заточен под любую медицинскую деятельность, которую Кировская область сочла бы нужным для себя. То есть направления могли добавляться, видоизменяться, так как, в принципе, да, то есть те лицензионные требования, которым соответствует наш сегодняшний медицинский центр, они, в принципе, пригодны для оказания любого профиля медицинской помощи. Да, а что касается поликлиники конкретно, которую планировалось открыть уже в начале сентября, там какие должны были быть медики? Это обычная поликлиника с стандартным набором врачей-специалистов, которые должны были принимать посетителей, то есть пациентов, бесплатно по полису ОМС. То есть это абсолютно стандартный набор. Однако мы говорим о тех телемедицинских технологиях, которые мы планировали применять на данном объекте. И в целом, да, если все будет хорошо, то действительно мы сможем это сделать. За этот период, с конца июня, вот по нынешнее время, какие работы проводились в поликлинике? Ну, здесь мы все-таки говорим о всем медицинском центре, да, то есть это трехэтажное здание, корпус. Да, корпус, пятый корпус областной больницы, которое мы взяли в управление на 20 лет. И, по сути, мы с 2015 года ввели там капитальный ремонт всего корпуса, и это были ремонтно-строительные работы по восстановлению данного объекта, потому что он был в аварийном состоянии, абсолютно непригодным для эксплуатации. На сегодняшний день объект почти что готов к вводу в эксплуатацию, за исключением двух помещений, которые областная больница никак не может освободить. Это помещение АТС, и на сегодняшний день ведутся переговоры по их освобождению все-таки. Ну, смотрите, к июню месяцу уже некоторые отделения функционировали. Да, там в настоящий момент оказываются услуги по гемодиализу, по нефрологии, поэтому, в принципе, объект в части этого профиля успешно функционирует. Функционировал и функционирует. И, да, и будет функционировать. И вот здесь, конечно, вот мы как раз можем сделать отступ к 2015 году, потому что именно с этими целями тогда оказывать услуги в этой области. Мы говорим о гемодиализе. По диализу, да, и была цель у правительства Кировской области заключить договор государственно-частном партнерстве, чтобы оказывать эти услуги. Здесь мы можем сослаться как раз на то, что говорила министр здравоохранения Ольга Голодец о государственно-частном партнерстве в этой
области оказанию услуг по гемодиализу. Она и говорит, что здесь успешно конкурирует негосударственный сектор с государственным. И, в принципе, как раз задача Российской Федерации развивать это партнерство. И в большинстве регионов именно так и происходит. Да, мы об этом, конечно, в июне рассказывали. Угу. Эта цель была поставлена в 2015 году и успешно реализовывалась в совместном партнерстве компании «Нефромед» и правительства Кировской области. Потом мы говорили о том, что была поставлена задача у «Нефромеда» расширить свои услуги. Расширить свои услуги и в большом количестве своих отделений. Напомните мне, 29, вы говорили, по стране. У нас в 10 субъектах 30 медицинских центров. В 10 субъектов 30 медицинских центров, которые все открылись после того, как в Кировской области открылся ваш центр. Кировский здесь был первым. Функционируют в том числе и поликлиники. И вы такую же поликлинику хотели открыть здесь. Да, мы эту модель хотели, соответственно, масштабировать на многие наши субъекты. Продолжаем это сейчас делать. И, в принципе, вот как вы правильно сказали, на уровне правительства вот такой тренд передачи частному инвестору, частному бизнесу вот медицинских услуг, в том числе там, в части гемодиализа, он имеет место быть и развивается. На уровне правительства Российской Федерации. Да, да, да. Вот. А в нашем же случае здесь вот возникла небольшая проблема, почему, собственно, мы и говорим про сегодняшний день, потому что мы обещали после сентября, после 5 сентября жителям области открыться. Обещали открыться, да, вообще не только в части нефрологии, но и по другим профилям. Однако на сегодняшний день вот передо мной лежит исковое заявление Кировской областной клинической больницы, которая подала на нас в суд с требованием вернуть в Кировскую областную клиническую больницу данный объект со всеми неотделимыми улучшениями. Данный объект, мы имеем в виду не первый этаж, под который планировалась эта поликлиника, полностью, а полностью весь пятый корпус со всем ремонтом, который был произведен. Да. Оборудование? Ну, про оборудование здесь ничего не сказано. Здесь вот я вам дословно зачитаю. Это значит обязать ОНПО «Румед», это инвестор, который непосредственно вкладывал денежные средства в капитальный ремонт объекта, вернуть Кировской областной клинической больнице переданное помещение корпуса номер 5 с учетом проведенного капитального ремонта. Вот. Забирайте свои оборудования и съезжайте. Ну да, да. Такой посыл, правильно? По сути, да. Да. Простите, пожалуйста, а можно я все-таки уточню? Вот я не понимаю, как так можно. Вы вложили деньги, то есть они после того, как, ну, допустим, забирают корпус, они вам возвращают каким-то образом вот те траты ваши понесенные? Ну, в данном случае здесь уже речь идет о встречном иске, который мы, естественно, планируем подать, потому что, к сожалению, к нашему, пойти на какие-либо уступки или мировое соглашение, а также, в принципе, совместно использовать данный объект, а мы это предлагали сделать, у нас сейчас не получается. Ну, подождите, это просто вот это очень некрасивая история, на мой взгляд, потому что приходит инвестор, вне зависимости от того, менялась власть в регионе, приходили новые люди на какой-то пост или нет, мне кажется, что все равно есть обязательства, которые обе стороны несут. У нас тут тонкий момент, Аня. Во-первых, у нас нет представителей Министерства здравоохранения и нет точки зрения правительства. Мы сейчас прямо в эфире просим, мы в прошлый раз то же самое делали в июне месяце, мы прямо просим правительство прийти к нам и рассказать, почему они посчитали необходимым подать такой иск. Потому что мы должны знать позицию обеих сторон. С этим я согласна, я не спорю. После нашего первого предложения в июне, к сожалению, не последовало никакого отклика. Вот мы второй раз все-таки просим, потому что, безусловно, и очевидно, что это очень важный момент, который касается жизни очень многих кировчан. Свет, но это касается и развития Кировской области в том числе. Как сюда будут приходить инвесторы, если нет никакой гарантии? А вот это уже вопрос не к Министерству здравоохранения, а к другому министерству, да, который занимается инвестиционной привлекательности региона и развития бизнеса. Пожалуйста, все, приходите, у нас здесь есть 4 посадочных места, пожалуйста, расскажите. Ну, и мы такую, конечно, заявку еще дадим сразу после выхода этого эфира в правительство. Так вот, значит, есть иск
У вас действительно то, что Аня сказала, сразу же обозначила время, когда иски пошли, это как раз смена правительства в нашем регионе, которая произошла в прошлом году. Старые договоренности были забыты, новая позиция прозвучала в виде исков: отдайте нам обратно помещение и уходите из нашего региона, потому что нужно, чтобы государственные учреждения, в частности, в данном случае областная больница, сама оказывала эти услуги и сама зарабатывала эти деньги. И, между прочим, мы напомним, что последовал закуп оборудования, что касается гемодиализа областной больницы. Насколько я помню, 100 миллионов рублей было потрачено на это оборудование. Оборудование было размещено в других корпусах. В соседнем корпусе создана, по сути, альтернативная служба с тем же набором услуг. Однако на все про все было потрачено, как правильно сказали, порядка там 100 миллионов рублей. Для чего, зачем, непонятно, потому что в данный момент это отделение загружено не на полную мощность, там порядка, там, может быть, 30-35 пациентов. А у вас? А у нас около 200 в настоящий момент проходит лечение. И, естественно, Кировская областная клиническая больница закупает оборудование, рассчитывала, что после того, как наша компания вынуждена будет покинуть Кировскую область, они просто-напросто перейдут к ним на лечение. Вот такая вот и до сих пор рассчитывают. И до сих пор рассчитывают. Мы пытались выходить с предложениями какого-то мирного урегулирования спора. Да, вот я тоже не понимаю, почему нельзя договориться полюбовно? Почему мы сейчас объясним, не могут работать мы сейчас вместе? Объясним, что происходит, но после короткого перерыва. Возвращаемся в студию. Государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения. Тема нашего эфира. Почему проект, реализованный на базе областной больницы, находится под угрозой, под базой, мы понимаем. Территориальное размещение. Пятый корпус областной больницы, где была открыта многофункциональная клиника компании «Нефросовет Румед», проведен капитальный ремонт. И вот уже тут 5 сентября должна была на первом этаже открыться и многофункциональная поликлиника, а до этого времени успешно функционировало отделение гемодиализа. Напомню, что оборудование, о котором мы рассказывали в июне, подразумевает все новейшие современные технологии в обследовании и помощи пациенту, в том числе и телемедицину, когда можно было бы получать консультации специалистов со всей страны и даже из-за рубежа. А я напомню, что все эти услуги, как нам сказал Роман Джапаридзе, один из наших гостей, оказывались пациентам в рамках ОМС, то есть для пациента фактически это бесплатно. Это не коммерческая медицина, то, что мы привыкли понимать под платной клиникой. Напомню, что помимо Романа Джапаридзе в нашей студии еще и Дмитрий Бузник, юридический консультант группы компании «Нефросовет Румед». Давайте-ка у Дмитрия спросим. Вот эти требования, исковые заявления, которые правительство направляет в сторону вашей компании, они насколько обоснованы? Ну, по нашему мнению, они совершенно не обоснованы, так как в них речь идет о том, что компания «Румед» якобы срывает какие-либо сроки сдачи работ, но мы постоянно им напоминаем о том, что мы с февраля этого года несколько раз просили вывести их оборудование. Речь идет о целом комплексе АТС, то есть телефонии, пожарной сигнализации, всего, не только корпуса, а всей территории больницы. Просто в этот корпус так получилось, что были заведены данные коммуникации. Нам просто пришлось в июне даже приостановить официально работы с целью того, что мы выполнили весь объем работ, за исключением нескольких помещений, ввиду того, что в данных помещениях невозможно производить ремонтные работы и, значит, их сдать, соответственно. Да, они заняты. Да, причем по вине, опять-таки, ну, так называемого заказчика. То есть а сдать больницы. Вы должны были, да? Да. Дмитрий, скажите мне, пожалуйста, а вот вы говорите, мы несколько раз предупреждали, просили, там, да, договаривались, чтобы вывезли. У вас как-то это документально зафиксировано? Конечно. То есть понятно, да, конечно. Что... У нас есть претензии, мы также много раз обращались по поводу того, что многократно не пропускали нашу строительную технику. То есть, ну, мы все понимаем, что ремонтная работа, само собой, сопровождается тем, что нужно подвести стройматериалы, бетономешалки и так далее. И эти
машины несколько раз не были пропущены, но мы с этим как-то боролись. Плюс мы много раз письменно, это все зафиксировано, много раз просили о том, чтобы нам увеличили электромощность. Опять-таки, это оставалось без внимания. Мы писали даже Министерство здравоохранения, но опять-таки это оставлено без внимания. То есть мы, в свою очередь, проводили ряд комплексов добросовестных мер, чтобы, во-первых, успеть в сроки, не затягивать этот процесс, и чтобы работы были сделаны качественно. Но никакой поддержки со стороны, к сожалению, больницы мы не получаем до сих пор. Да, Дмитрий, так основная претензия сейчас в исковых заявлениях какая? Вы знаете, ее как основной нету, там все очень как-то, знаете, размыто написано, очень много и ничего конкретного. То есть по исковому заявлению можно сказать, что они всем недовольны, то есть есть какие-то претензии, но эти претензии, которыми они недовольны, во-первых, не имеют места быть, это раз, а второе, никаким образом не является основанием для расторжения договора. Секундочку, все-таки. Давайте мы проследим вот эту историю. С прошлого года уже практически прошел. То есть сначала претензия была такая, потом заявление «забирайте оборудование», вот на каком основании и что сейчас? Расскажите нам эту историю. Давайте, да, тогда вернемся на год назад. То есть с октября прошлого года у нас усилились надзорные проверки, то есть Дафнадзор к нам начал приходить чаще, Министерство имущества, Стройнадзор, соответственно, велись административные производства через суды и так далее. Все на каком основании? На основании определенных проверок и якобы выявленных нарушений. Если мы говорим о том, о Министерстве имущества, он якобы, эта организация, этот орган государственный выявил, что мы нарушили режим пользования помещениями, то есть Румеду помещения передавались с, так, скажем так, обременением компании «Нефросовет», то есть той компании, которая уже по отдельному своему договору находилась в рамках данного корпуса на первом этаже. Так как необходимо было проводить ремонтные работы на том же первом этаже, компания «Нефросовет» была вынуждена переехать на второй этаж. А можно без вот этих, потому что мы сейчас запутаемся? Вот все-таки, сегодня пришли в октябре начались активные проверки. Почему они начались в октябре? Вы срывали сроки? Нет, никаких срывов сроков не было. Именно официальных претензий вообще мы никаких не получаем. Просто пришли с проверками. Они имеют право посмотреть, чем вы там занимаетесь, и как вы осуществляете договоренности. Действительно, так и было. Да? То есть, в принципе, мы не против того, чтобы нас проверяли, да, проверяйте, кто хочет, как хочет и когда хочет. Только несмотря на все вот эти вот, скажем так, давления со стороны надзорных органов, все суды, которые были инициированы ими, были нами выиграны. Секундочку. Вот начались проверки, потом начались суды. В судах какие были претензии? Если мы говорим о судах, об иске расторжения, пошли проверки, и правительство одновременно пишет: мы хотим расторгнуть договор. Да. На основании чего? Больница пишет. В марте мы получаем претензию на основании того, что якобы пропущены сроки выполнения работы. Вот пошли проверки. Работы, да. И областная больница в марте решила, что что-то ребята задерживают сроки, да. И качество у них хромает. Да, все верно. Пошли в суд. В суде что произошло? В апреле они обратились в суд, в мае у нас было первое заседание. В суде выяснилось, что, оказывается, срок окончания работ – это все-таки 5 сентября нынешнего года, а не как март месяц. И что, оказывается, те якобы выявленные нарушения с нашей стороны, они устанавливались на момент демонтажа всех конструкций. То есть они… То есть вот проверки, когда приходили, они видят, что что-то вы… Вот, что-то здесь недоделано. А в этот момент вы говорите, что у вас происходил демонтаж. Да. Мы им объясняли, что мы сейчас как раз разбираем для того, чтобы сделать ремонт. То есть сроки не закончены. Это нормально, когда во время ремонта что-то не сделано. Они не поверили в это, призвали свою экспертную организацию, та дала заключение. На основании вот этих вот ноябрьских нарушений, в кавычках, они подали в апреле иск. То есть полгода уже прошло, да, к этому моменту уже работы, наверное, прошли, конечно, и завершились. Конечно, мы в суде и говорим, мол, коллеги, вы основываете свои исковые требования на нарушениях полугодовой давности. Да? Пожалуйста, да, то есть давайте здраво подходить. Вы принимаете работы, заполняете, значит, составляете акт сдачи приемки работ, дефектную ведомость, находить нарушения, мы их исправим и сдадим объект в эксплуатацию. Все, да, вопрос что решил исчерпан. Суд? Судебные тяжбы еще идут. А на тот момент?
Отложил судебное заседание. Ну, суд, в принципе, формально он не может ничего поеда решить. Он это напишет в решение, но на настоящий момент по просьбе больницы у нас идут постоянные пока отложения. Со своей стороны мы это видим в том свете, что как раз больнице нечего сказать нового, у них ничего нет. Ну, суд хотя бы запросил новую проверку насчет вот этих нарушений? Ну, здесь процессуально у него нет достаточно полномочий, чтобы что-то запрашивать конкретно, либо у нас, либо у больницы. Но дело в том, что просто суд задает постоянно один и тот же вопрос. Говорит, мне понятны ваши требования по первому пункту искового заявления о расторжении. Я совершенно не понимаю ваши требования по второму. А по второму пункту там так сформулировано, что мы просим привести в соответствие в связи с заключением экспертной организации. И идет перечень якобы выявленных нарушений, но в этих выявленных нарушениях нету конкретики. То есть непонятно, какую стену куда пододвинуть, какую балку нужно заменить. То есть конкретики нет. И суд просит уточнить, а истец этого сделать не может. Ну и здесь я важный момент добавлю. То, что в любом случае, да, судья, он может только назначить судебную экспертизу в данном, на данном этапе. Обязать стороны там что-либо сделать, а только через назначение судебной экспертизы. А поэтому приобщить результаты проверки независимой экспертизы? Дело в том, что мы действительно сделали свою экспертизу на их экспертизу, которая подтвердила восстановление всех тех, в кавычках, нарушений, которые были выявлены в ноябре. Мы считаем этого достаточно. Мы считаем то, что после вывоза АТС мы готовы сдать объект по условиям договора. То есть вот некоего обследования промежуточного экспертной организации договором не предусмотрено. Даже если они сегодня, к примеру, да, сегодня приходят и говорят, дайте нам провести объект обследования, договором это не предусмотрено, пожалуйста, принимайте работы, составляйте акт сдачи приемки, и после этого мы готовы действительно там убедиться в том, соответствует объект или нет. Пока этого нет. Итак, многофункциональная поликлиника на первом этаже 5-го корпуса областной больницы от компании «Нефросовет Румед» 5 сентября не открылась. Мы сейчас выясняем ситуацию, почему так произошло. И что будет дальше с государственно-частным партнерством и вообще с этой клиникой в 5-м корпусе областной больницы. Выясняется, что сейчас идут проверки, что претензии областной больницы продолжают формулироваться и отправляться в суд. Судебные заседания идут. Итоговое требование областной больницы, этот, чтобы Нефросовет Румед покинул 5-й корпус. И Кировскую область, видимо, тоже. И Кировская область, если Кировская область, то областная больница не может требовать, только правительство может быть в этом заинтересовано. Позицию правительства мы не знаем на данный момент. Но мы постараемся ее выяснить. И просим правительство к нам прийти и рассказать. Да, еще такой важный момент, это вот, которым вы правильно коснулись, это дискредитация вообще принципов государственно-частного партнерства не только в сфере здравоохранения, но вообще весь инвестиционный климат. То есть поступая таким образом с инвесторами, да, с компании, которая, по сути, вложила почти что там, или там чуть меньше, чуть больше, я сейчас точную сумму не знаю, около 300 миллионов рублей в инвестиции в здравоохранение для того, чтобы пациентам, жителям области сделать современным высококачественный медицинский центр, который бы оказывал бесплатно для населения области медицинские услуги. Вот мы даже не знаем, как это назвать, да, и с какой стороны к этому подойти. То есть, как вести себя дальше нам и в других субъектах в том числе, и другим инвесторам, заходя в Кировскую область, если вот налицо вот такое вот как бы недобросовестное, что ли, поведение со стороны контрагента. Я думаю, что мы об этом сейчас чуть-чуть более подробно поговорим, но после небольшой рекламы. Продолжается программа «Дневной разворот». Мы разбираем тему государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения. Говорим о поликлинике группы компаний «Нефросовет Румед», которая должна была открыться на базе областной больницы, в 5-м корпусе областной даже больницы. Даже многофункциональный медицинский центр, включающий в себя поликлиническое поликлинику отделение. В том числе, да. Кстати говоря, хочу понять. С нашими гостями Романом Джапаридзе и Дмитрием Бузником, представителями группы компаний «Нефросовет Румед». Да. Светлана, извини. Да, Роман, гемодиализ-то действует сейчас? Да,
конечно, он действует, потому что в целом и проект, который дал старт к заключению контракта, вот этого долгосрочного 20-летнего контракта с областной больницей, это именно гемодиализ, в который компания «Нефросовет» начинала оказывать еще с 2013 года на территории Кировской области. И в целом сейчас данное отделение функционирует, пациенты ходят, пациенты довольны. То есть никаких попыток даже перейти в альтернативное гемодиализное отделение наши пациенты не делают. Хотя я пациентов понимаю прекрасно. Они привыкли к врачам, они привыкли к месту. Извините, вот гемодиализ – это не кровь из пальца сдать. Они привыкли к качеству услуг и оснащению. Тот уровень оснащения, который предлагаем мы, он в разы выше, чем альтернативное отделение, которое создано на базе областной больницы. А с другой стороны, может быть, правительство в том году, когда заключало с вами договор, действительно не было денег на медицинские услуги такого уровня, и тогда искали интенсивно вот такое ГЧП, да, инвестиции. А сейчас, вероятно, у правительства появились деньги. Их, наверное, тогда много, подождите, в медицинской сфере. Потому что если смогли найти 100 миллионов на закуп оборудования в этом году, да, сейчас у нас ремонтируются поликлиники. Видимо, денег вливается в медицину сейчас в Кировской области очень много. И они хотят просто, они говорят, ребят, ну вот времена изменились, у нас есть свои деньги. Мы сейчас сделаем государственные услуги на не худшем уровне. И все, зачем ОМС будет идти платить вам, когда ОМС может платить нам? А мы эти деньги будем использовать, чтобы и дальше развивать государственные больницы. А я тебе скажу, что конкуренция – это хорошая вещь везде. Да. Кстати говоря, в медицине. Вообще-то, кстати говоря, и они говорили, что конкуренция – хорошее дело, а не это представители правительства. Это правда, да, то, что вы говорите. Однако и тогда в этом случае нужно посмотреть на другие профили медицинской помощи. Неужели в Кировской области нет других проблем, да, и нет других истории для вливания денежных средств, как гемодиализ. Неужели эндокринологические больные, офтальмологическое отделение и любое другое отделение Кировской областной клинической больницы не требуют реновации, оснащения и вливания денежных средств? Неужели только гемодиализное отделение вот такое востребованное в регионе? Если действительно любая поликлиника в Кировской области, любое отделение укомплектовано самым новейшим оборудованием и не требует вливания, тогда да. Тогда мы не против здоровья конкуренции, создавайте альтернативное отделение, но не выгоняйте нас, не выгоняйте частный бизнес, потому что если мы говорим о конкуренции, так она должна быть, получается. Мы ее и создаем. Я бы не назвал это тогда уже и партнерством, в принципе. И здесь тоже стоит понимать другую сторону монеты, что если у вас появились денежные средства на создание альтернативы, вы должны прекрасно понимать, выгоняя частный бизнес, что он уже вложил сюда свои денежные средства. И что, наверное, как-то ему нужно их возвращать. Вот, это интересный вопрос. И что? Ну, а почему-то больница ни в исковом заявлении, ни в переговорах об этом не говорит ни слова. И об этом вообще не думает. Она почему-то считает, что кто-то не инвестировал данные денежные средства. Ну, не знаю, подарил, что ли. Я подумал. Ну, поэтому у нас резонным в судебном заседании возникает инициатива подачи встречного иска. Раз требование к нам о расторжении контракта, тогда наше требование встречно возместить нам наши инвестиции, которые мы вложили. Справедливо? Ну, очень справедливо, я считаю. Ну, да. Кроме того, что инвестиции, у вас же еще упущенная прибыль, которую вы планировали на 20 лет. Упущенные выгоды, да. Ну, об этом, наверное, уже... Ну, это не важно. А что, у нас не действует эта история, да? Ну, действует. На 20 лет никто не думает вперед. Мы нацелены действительно на партнерство и на работу, нежели на то, чтобы выяснять, сколько мы затратили и сколько нам нужно вернуть. И мы вот это сообщение в голову, к сожалению, главному врачу никак не можем донести, что все-таки судом, конечно, мы там можем что-то установить, но когда мы выходим на переговоры, к сожалению, с той стороны нет ни единого предложения, как мы можем вместе взаимодействовать. А можно я все-таки вот уточню пока, да, вот, Роман, я прошу прощения у Романа и у Дмитрия, а прецеденты в других регионах были у вас
вас хоть где-то? Вот у вас из 30 медицинских центров в 10 субъектах, если интересно, я назову эти субъекты, это Костромская, Воронежская, Ивановская, Омская, Тюменская, Ханты-Мансийская, автономная республика Тыва, Ленинградская область. Соответственно, территориально разные регионы страны совершенно. Вы видите, да, нашу географию. Ни в одном субъекте таких проблем у нас нет. Мы создаем аналогичные центры по точно такой же схеме. Однако все больницы, на территории которых мы создались и развиваемся, наоборот, приветствуют такое партнерство, приветствуют развитие сферы здравоохранения, они коим образом не препятствуют дальнейшему сохранению такого формата отношений. Вот у нас, забыл сказать, да, еще вот один из методов, одной из претензий стало у больницы претензия к тому, что мы сделали якобы вместо капремонта реконструкцию. То есть они привели Министерство строительства Кировской области, которое оценило наш капитальный ремонт как реконструкция, а соответственно нарушение условий контракта, потому что по контракту у нас капитальный ремонт. Вот передо мной лежит решение арбитражного суда Кировской области, по которому ОНПО «Румет», то есть инвестор, сейчас я могу даже зачитать, то есть вот... признать незаконным и отменить постановление заместителя министра Министерства строительства в отношении штрафа, который был вынесен нам, нашей компании. То есть, по сути, это решение говорит о том, что это был капитальный ремонт, а не строительство. И вот тут каждый кирпичик их, в который они нас кидают в своем исковом заявлении, мы потихонечку выбиваем. То есть, в принципе, это говорит о том, что мы действовали добросовестно и продолжаем так себя вести. И вместо того, чтобы заниматься развитием медицины, простите, мы занимаемся что кирпичики выбиваете. Отбиваем вот эти удары. Каждый раз это определенные финансы, определенное там время, деньги и так далее. Вот. Но мы, несмотря на все это, до последнего готовы рассмотреть возможность мирного урегулирования спора, возможность совместного использования данного объекта. Мы не говорим, что именно компания «Румет», «Нефросовет» или еще кто-то будет и должна хозяйствовать на территории пятого корпуса. Мы предлагали рассмотреть возможность совместной реализации проектов на территории объекта. Каким образом? Ну, то есть, например, предоставить часть помещений в пользование безвозмездной там, больницы той же самой там, и так далее. То есть, пожалуйста, пользуйтесь нашими помещениями, ремонтом, но сохраните за нами определенный вид медицинской помощи, который мы уже исторически, можно сказать, оказываем на территории Кировской области. В ответ тишина, в ответ иски, в ответ проверки, какие-то обследования, какие-то претензии и так далее. Я думаю, что все равно, Ань, вот понимаешь, правительство, это правительство, не областная больница, потому что... Но мы понимаем, что областная больница на таком уровне и с такой темой все равно самостоятельно там, не решает вопрос. И все равно вот невозможно, у меня до сих пор все равно внутри, конечно же, есть вопросы, я хочу услышать, почему это происходит, потому что это же не просто так, не по чьему-то злому умыслу, не по чьей-то блажи, есть обоснования. Мы понимаем обоснования, по крайней мере, те, которые озвучиваются публично. Да? Это то, что государственная клиника, областная больница тоже должна зарабатывать медицинские на обслуживание пациентов. Ну вот условно, мы понимаем, что бесплатной медицины как таковой нет. То есть за медицину платит ОМС, правильно? Услуга гемодиализа, она, в общем, достаточно недешевая, так скажем. Это я, опять же, говорю, не кровь из пальца. Да? Ну, то есть вот областная больница хочет зарабатывать на этом сама. У нас есть медицинская организация, которая, поверив в свое время там, обещаниям правительства области, пришла на территорию Кировской области, когда Кировская область сама не могла себе позволить. Все равно в голове. Тогда у меня все взрослые люди, все компетентные. Надо договариваться как-то. Да, если вот такая ситуация и так видит Министерство здравоохранения, и профильный заместитель председателя правительства, и сам председатель правительства, если они видят развитие области в сфере здравоохранения по-другому, ну вот по-другому,
по-другому видят. Но не видят они развитие ГЧП, понимаешь? Ну, не складывается. Ну, а складывается, почему невозможно за год, там, я понимаю, первую половину года, когда, в общем, разбирались документации, когда разбирались в основах всего, когда заключалось, что заключалось. Между прочим, насколько я помню, этот договор в свое время подписывал профильный зампред с вами. Да, да. Да, здесь, ведь? И, конечно же, все эти правоотношения, они не зациклены на областной больнице. Уверена, что есть фундамент абсолютно понятный и четкий. Но вот как бы, когда он есть, и все эксперты, там, можно ведь действительно сесть за стол переговоров и сказать: ребят, ну давайте. Нет, но это ситуация, вот, Света, это ситуация, которая выглядит некрасиво. Абсолютно так. И я вам больше скажу, мы в других субъектах организовываем свои центры. У нас есть конкурирующие компании, частные, государственные. Да? То есть мы не то, что мы монополисты в этой сфере и в других субъектах. Мы мирно сосуществуем, мирно хозяйствуем в рамках этого тарифа. Делим пациентов, да, если можно так сказать, хотя пациент сам выбирает. Естественно. Просто. Но тем не менее, да, то есть ни у кого не знает. Ниши свои, да, занимают. Ни у кого не возникает вопрос: дай нам свое, отдай нам то, значит, что мы тебе когда-то дали, а как же обязательства, как же инвестиционное соглашение, джентльменские какие-то договоренности и так далее, да, не говоря уже о том, что зафиксировано на бумаге. Вот в этом вопрос. Почему, скажем так, частный бизнес, который вложил столько количества времени, денег, и который оказывает действительно высококачественную медицинскую помощь, ни одной жалобы от наших пациентов в отношении качества оказания медицинских услуг не поступало. Более того, они не хотят переходить никуда, хотят продолжать лечиться на нашем оборудовании, с нашими специалистами и так далее. Вот в чем проблема. Но это большие репутационные риски, вот и все. У нас остается совсем немного времени, я все-таки хотела бы от наших гостей услышать, что будет дальше. У нас даже нет времени, полминуты. Полминуты. Ну что ж, дальше мы ждем какого-то, может быть, решения вопроса мирным путем. Мы всегда надеемся на то, что удастся договориться. Очередной раз вызываете, призываете, да? Призываем договориться, но если не получится, мы будем судиться, будем отстаивать свои права и интересы во благо населения Кировской области. Поликлиника пока не откроется. Пока вот дамоклов мечом у нас висит исковое заявление о расторжении контракта. Естественно, мы просто не можем взять на себя такую ответственность перед жителями. Если мы ее откроем, а потом контракт будет расторгнут. Дмитрий, как юрист, перспективы есть у вас выиграть суды по этим претензиям? Я думаю, да. Хорошо. Мы будем следить за ситуацией. Благодарим наших гостей. Романа Джапаридзе, заместителя директора группы компании «Нефросовет Румет», и Дмитрия Бузника, юридического консультанта этой компании. Спасибо вам за эфир. Вам Анна спасибо. Лапшина. Светлана, спасибо. Не прощаемся, вернемся через 20 минут.